Пивовары в Красноярском крае на ближайшие 2 года могут освободить от уплаты налогов на имущество. Такое решение приняли на сессии законодательного собрания. Внести предложение депутатов побудило заявление руководства компании «Балтика», которое пригрозило закрытием филиала в Красноярске. Бюджет в таком случае потеряет более 1 миллиард рублей. Окончательно законопроект примут на следующей сессии в новом году.